то здесь нахожусь в длительной командировке. Это, знаешь, как монголы приходили в Москву с такими же задачами, да? Я здесь собираю дань. В маленькой фляжке был московский коньяк, жахнул без закуски пол бутылки и блевал дальше, чем видел. Это было там за углом. Ты ведь смелый человек. Задаешь вопросы самому. Могу. Да. Можешь, да? Могу. Я жду смены власти. Скандалы, интриги, расследования. Я жду Сергей смены. Шнуров. Камин-аут. Скажите, пожалуйста, Сергей, что так. Вы думаете по этому поводу? А это первый, это съемки с первого квадрокоптера, еще деревянного, видите? Я ненавидел москвичей, ненавидел город Москву, ненавидел эту атмосферу, ненавидел вот это все купеческое, вот этот разгул, вот эти давайте встретимся, поговорим. Я говорю, говорить, когда мы уже говорим по телефону.